а зажегся свет зеленый, проходи, мой друг ученый. Любые знания веселее приобретать в игре, а выучив веселую песню, посвященную правилам перехода проезжей части, сами правила уже вряд ли забудешь. Потом смотрю внимательно, направо обязательно. И если нет движения, шагаю без сомнения. В этом празднике вместе с детьми принимают участие родители. И этот факт, по мнению сотрудников дошкольного учреждения, весьма важен. Любой воспитательный процесс и обучение не может проходить вне семьи, не с родителями. Вот, поэтому родителей мы приглашаем, всегда рады, когда они приходят к нам в детский сад, и они откликаются с удовольствием. Но родители не просто сторонние наблюдатели, они с удовольствием принимают участие в конкурсах наравне с детьми. В одном из них необходимо усадить ребенка в детское кресло, а самому не забыть пристегнуться ремнем безопасности. Это очень здорово и отлично, когда такие устраиваются мероприятия. Хочется поприсутствовать и посмотреть, как твой ребенок песенки поет, бегает. Ну и сами принимали участие в конкурсе. Конечно, конечно, это я завсегда. Подобные городки, имитирующие городскую проезжую часть, со светофорами, разметкой и дорожными знаками, хорошее подспорье для педагогов. Летом такие занятия особенно актуальны. Понравилось мне то, что обучают правилам дорожного движения, так как сын у меня гуляет уже сам во дворе. И это важно, что он знает, как вести себя на дороге. С начала года в Ленинском районе зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с участием детей. И главная цель подобных мероприятий – свести печальную статистику к нулю. Чебурашка, крокодил Гена из нашего самого доброго мультика воспитывают у детей, во-первых, любовь. И опять же, мы, когда переходили проезжую часть с нашими героями по проезжей части, дети запоминают, что их любимый герой соблюдает правила, значит, я тоже буду таким же и буду точно так же вести себя на дороге. Игровые занятия, посвященные правилам дорожного движения, в детском саду проводятся на протяжении всего года и дают положительный эффект. На какой свет нужно переходить улицу? На зеленый. А если горит красный свет, что нужно делать? Стоять. А вот если ты едешь на велосипеде, а идут пешеходы, что нужно делать? Остановиться. В нынешнем празднике приняло участие более 120 детей и взрослых. Следующее занятие пройдет осенью, когда большинство дошколят и их родителей вернется из отпусков. Максим Козлов, Николай Карбанов, Видное ТВ.